Всем привет, вы на канале Злата ТВ, с вами ваш тренер Зубенков Андрей, и это рубрика «Футбольная история от тренера». Новая рубрика, поэтому первая, зайдет, не зайдет, посмотрим. Итак, в этой рубрике я должен вам рассказать свою историю из футбола, из моей жизни футбольной. Была у меня одна интересная история, когда мне было 14 лет, конечно же, когда я играл в детской юношеской команде. Эта команда была «Торпедо Минск». И в 14 лет мы участвовали в «Хрустальном мяче», что-то вроде бы этого. И в летнее время, даже, наверное, чуть-чуть весеннее перед летом, мы отправились в Борисполь, город такой в Украине есть, и поехали в Борисполь. И история заключается в том, что, ну, не очень хорошая, конечно же, с одной стороны, но тем не менее, какая есть. История заключается в том, что мы ехали уже на территории Украины, и было утро, ехали всю ночь, все спали. Я сидел где-то в центре автобуса. И многие проснулись от того, что резко автобус во что-то врезался, задел что-то и резко остановился. Нам тут же сказали завесить шторы и не смотреть в окно. Все, конечно же, уже проснулись, и всем было интересно, что же произошло. Никто ничего не понимал, и нам, естественно, детям никто не рассказывал о причине остановки и что это было. Как оказалось потом, наш автобус ехал за легковой машиной с прицепом и пытался обогнать эту машину с прицепом. И во время обгона по сплошной, естественно, где обгонять нельзя было, он задел этот прицеп. Машина начала кувыркаться и слетела с дороги. В общем, вещи с этого прицепа поразлетались в разные стороны. Сразу скажу, что никто не погиб, в машине были пожилые люди, дедушка и бабушка, с ними все хорошо, но машина уже была непригодность. У нас было два водителя, тот, кто был за рулем, он оказался уснул, нет, он не пьяный был, просто уснул и потерял управление автобусом таким вот образом. Но это по словам их. Но как можно идти на обгон машины, да, если ты уснул? Ну, что-то здесь нечисто. Тем не менее, водителя забрали в милицию, а мы со вторым поехали уже в Борисполь. И, кстати, там...